Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияния в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Телец. В этот день тельцам не следует принимать каких-либо активных действий. Лишние мысли будут мешать вам сосредоточиться на деле. Но и не следует заниматься излишним самокопанием и философствованием. Лучше отдохните. Поездка на природу с друзьями будет весьма способствовать восстановлению вашей внутренней гармонии. Звезды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Не ищите приключений. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой. Гроза или дождь во сне или наяву – знак отхода от завоеванных позиций. 24 мая в личной жизни Тельца появится неопределенность. Вам следует внести ясность в отношения с избранником, иначе все рухнет со скоростью света. Обратите внимание на самочувствие, чтобы болезнь не затянулась и не дала осложнений. Больше общайтесь с детьми, особенно, если они подросткового возраста. Вечер посвятите чтению книг, общению с детьми или просмотру любимого фильма.